Жители комплекса «Жемчужина Коренева» уже 3 года не могут договориться по поводу придомовых заборов, которые установили некоторые собственники. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. У нас позиция, чтобы все было в рамках закона. Закон говорит о том, чтобы поставить что-то или что-то убрать, нужно собрание собственников жилья. Предмет дискуссии – эти ограждения. Собственники таунхаусов, разбившие палисадники возле своих домов, говорят, комплекс находится в лесу, и заборы – дополнительная защита от диких животных и бродячих собак. Выходишь ты сразу на улицу, получаешь, то есть у тебя нет ни подъезда, ничего, у меня маленький ребенок, просто вот ты вот один раз собака напугала до полусмерти, как говорится. Когда мы устанавливали забор, да, мы знали, что, наверное, это не совсем законно, да, но понимали, что большая часть, ну реально, объективно, большая часть поселка за. Логика тех, кто против наличия подобных ограждений, тоже понятна. Некоторые заборы мешают проходу жителей и специалистов коммунальных служб. Вот сзади меня территория совершенно заброшенная, то есть здесь никогда никто не убирается, никогда ничего не делает, это весь мой вид из окна. Есть совершенно нормальная процедура, то есть обратиться, чтобы нам разработали концепцию нового проекта благоустройства, чтобы там была концепция каких-то, ну, какого-то вида заборчиков невысоких, да, или там зеленых насаждений, и проголосовать за это всем корпусам. Обе стороны согласны в одном. Решение, которое устроит всех, возможно принять только путем голосования на общем собрании. Помимо этого, установка и расположение заборов должны строго соответствовать действующему законодательству. Мы готовы предоставить помещение, в котором произойдет собрание собственников, на котором мы примем решение, сообща примем решение против установки заборов, за установку заборов совместно с жителями и управляющей организацией. На собрании предстоит обсудить и ряд других вопросов. Среди них проект спортивной и детской площадок, освещение дороги, ведущей к жилому комплексу. Все пожелания и замечания жителей представители администрации занесли в протокол и взяли на контроль. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.